стримить на YouTube, если что, кто не в курсе, так передаю информацию, чтобы больше людей узнали. Так, вот сюда. Бля, видали, опять самая быстрая рука уже. Не только на стриме. Блять! Клаву залила, сука! Пизда! Зачем ты орешь микрофон? Парни, что делать? Тряси, да. Над микрофоном. Да, именно над блюете. Трясти Клаву. А нахуй! А, больно, блин, чёрт! Что? Зачем? Над микрофоном трясти Клаву! С какой-то жидкостью, это же микрофон! Он 12к стоит, а он больше стоит, чем Клава. А, да, дайте бан, плиз. Мне больно. О, Иисус. Это как я фоточки сегодня вот сейчас показывала вам, вот то же самое. Спасибо, Ларта. Пришел, чтобы задонатить такой милой девушке, как ты, Лиза. Кстати, сегодня вообще первый раз, кому я доначу. Так что сегодня я тоже Иисус. Донатной девственности. Вопрос. Оу, май. Как зовут твоих питомцев? Я просто тут новенький, знаю только Ашу. Йоши на кровати. Луна — это кошка. Феня — это вот он, вот этот вот мелкий. И Пепушки, Лупа и Пупа. А скоро у них родится, знаете кто? Залупа. Ой, шутка. Не, я не шучу. Если у них родится кто-то, то я его в привет сдам. Обнимите ближнего вашего. Выпейте крови Иисуса. И приготовьтесь к адскому. Привет, Сникерс. Ну, тверкай, давай, жопу вверх, выпучи ее. Дверь, давай. Какие прелести. Другое делаешь, я тоже так могу. Ладно. Да, КС будет. Были бы сиськи, уперла бы в сиськи. А так? Я, кстати, так не умею. Профи. Что это такое? Меня это раздражает. Я не могу. Это реклама какая-то или что? Я перешла даже по ссылке. Я не поняла, реклама это или не реклама. Что это? Меня это триггерит. Что вот это вот за полоска? Я не могу. Как шпица зовут? Феня. Просто объясните, кто смотрит Сибир. Реклама это лекарство? Тогда почему, когда я перехожу у него по ссылке, то там нету рекламы лекарства? Там только написано проголосовать, и все. Я не вижу никакой рекламы. Почему? Может, я куда-то не туда кликаю? Ну, просто даже если это реклама, то они как-то не очень сидели, то есть как-то беспалевно, что ли. Спасибо, Рекрут. Ну, это слишком скрытая реклама. Я где-то там внизу маленьким текстом что-то про лекарства увидела, но... Но я даже как-то не обратила на это внимание. Там что-то написано, 250-350 миллилитров или что? Я даже не знаю, как он называется, это лекарство, если честно. Он Милдронат называется? Типа, шо? Так, это когда, то есть, наформится полоску, он начнет закидываться этим лекарством и примет 10-кратную дозу, да? Или что? Или он будет разыгрывать лекарство? А, там когда 50 кликов наберется, вылезет реклама? А, то есть зрители сами кликают ради того, чтобы у них вылезла реклама. Понятно, понятно. Ясно. Интересная реклама. И знаете, тут даже вот на него там не загришь, ничего, вы сами нажимали на эти клики. Ой, я что-то не подумала, что тут надпись 3 часа ночи, да? Пиздец, блядь! Он серьезно каждую смерть читает? Это же люто. Бэйби, бэйби, мою песню на Твиче все инвалиды перепели. Maybe, baby, maybe, maybe, baby, я ем только то, что другие не доели. Maybe, baby, maybe, maybe, baby, вы чё не донатите, вы чё охуели? Maybe, милости. Maybe, 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 baby, моя аудитория это ёбаные дети. Maybe, baby, maybe, maybe, baby, это не талант играть на укулеле.
Выходит анимация Милдранат для мозга донат. Фигурка такая выпала. Вот, вот. Вот такая прелесть выпала. Тупо я. Я не знаю, что это за рандом, что я обычно никогда, ну, очень редко делаю хвостик на стрим, а тут бац, у меня такой же цвет волос и точно такой же хвостик, типа... Что? А, 560, это то, что зрители насчитали? Понятно, понятно, не ведёмся. Чё ты орёшь так? Чё ты орёшь? Я поздоровался. Я немного в своих мыслях была, а теперь минус уши. Ребят, не хейтите Мурочку, пожалуйста, за то, что этот момент вставляют каждый раз. Вы что, не понимаете, что это реклама? Это беспалевная реклама Азино, за которую, в принципе, даже как-то забанить будет сложновато, потому что это момент как бы с Твича. Поэтому, пожалуйста, не надо хейтить ее. Из-за этого она не виновата. Инкогнито пропал. Он работает. Ну вот это другое дело, знаешь ли. Это уже другое дело. Да, на 20 лямов можно купить квартирку. Нормальную, да. Да. Я вначале думаю, типа, что там доходит, типа, нет. Милдоний, Милдранат, это бат, пустышка. За него бы нет олимпийских спортсменов одной страны. Хорошо, Сникерс. Окей. Блин, я не могу, у меня всегда такая привычка, я что-то должна делать рукой, и помните, я воск вливала на руку, вот у меня тут лежит свечка, немножко воска осталось, я беру это, в руках все перебираю, у меня теперь этот воск, он стал таким, у меня жирная рука стала от этого воска, я не знаю, что делать, он, конечно, вкусно пахнет, но мне даже не обо что просто вытереть это. Ой, я не знаю, какой предел, я помню, раньше был предел 50 вроде, а сейчас я вообще без понятия, какие там пределы. Откуда привычка? Ну, не знаю, наверное, человек, когда он там... Вроде бы есть такое в психологии, что ты как бы, когда волнуешься, ты что-то там теребишь, что-то делаешь руками. Но я сейчас не волнуюсь, если что. Наверное, это просто вошло в привычку, когда я еще только начинала стримить. Алло, Евгений! Евгений, вас не слышно! Евгений! Евгений, что-то громко. Пока наши технические специалисты... Блин, ребят, а что вот это за кнопка? Скажите, пожалуйста. Ребят, вот сейчас, секундочку, можно я покажу? Вот эта вот кнопка, вот эта вот. Вот это что такое? Она у меня просто зажата. У меня ничего не будет от того, что она зажата. Просто что это за кнопка? Видите, она зажата. Вот это вот. Вот это вот какая-то, я не знаю, там... Там какой-то листочек и палочки. Типа, что это такое? Ну, короче, ну блин, алло. Типа, ничего нет, а то... Заменяет правый клик мышкой? Серьезно? Ну ладно. Евгений? Ситуация напряженная, повсюду люди... Че, я могу нажать на нее? Непонятно, что происходит, полная паника. Не, обман и провокация, вы чё, обманщики, подождите. А, или... А, да, провокация, ого. То есть, если у меня не будет мышки, я смогу... А, где левый мне найти клик? Я хочу в КС-ку играть, знаете, на клавиатуре тупо, безо всего. Просто безо всего играть. Не надо дарить анонимные сапки, пожалуйста, прошу. А вот Ева Войко. Подписка второго уровня. Третий месяц подряд. Спасибо. Спасибо, Ева Войко. Спасибочки огромные. Так. Стрелочки вместо мышки. Не, ну подождите, окей, мы правую нашли кнопку. А левую где найти? Я уже готова просто играть. Ой, не туда нажала. А, это именно... Текст на меню. Ну ладно. Происходит. Настоящие стримеры. Самый настоящий стример. Да, КС-ка будет сегодня.
Алексей, я не ожидал. Это было не специально, чуваки, рили. Это я... Оставили так, как будто я специально так лег. Я не специально. Я извинился, ребята. Правда. Это, ну, серьезно. Это не специально. Посмотрите. Вставили момент, где я уже лежу так. Уже! Какого хуя? Всех... Он всех Не, дотки не будет. Когда мы с вами пойдем Гарри Поттер проходить? Хочу Гарри Поттера, вот прям дико хочу. Мамонт! Пустите, открой форт! Ёб твою мать, он на задних лапах. Я бы испугалась. Форт, открой! Блять, мамонт! Ой, я бы тут уже визжала, орала бы, просто умирала бы, если честно. Я бы уже игру закрыла бы и убежала. О, фуф. Ты дома, ты дома! Ёпта. Есть кто в форте? Когда увидел мамонта. О, а в смысле на таком моменте, когда он подбегает начал, типа, алло? Извиняйся, показывай жопу или бунт. А где, кстати, Ступани находится? Сейчас. Это же не ее, да, комната? Или ее? Я такой стоп-кадр, я так люблю стоп-кадры такие делать, прям простите. В Питере? Она в Питере живет? Или что? Не, просто если она в Питере, то как она это все пронесла сюда, типа как... О, господи, хозяин, прости меня. Прости меня, пожалуйста, глупый женщин. Глупый женщин, прости меня. О, великий мужчина. Ой, господи. Я не хочу его посмотреть. Прости, пожалуйста. Ладно. Она снимает квартиру в Питере. Угу. Он, говорит, сначала член почесал, потом мне эту руку дает понюхать. Гениально. Угу. Да? Годно, годно. Блять, что за годнота, нахуй, сведение, пиздец, господь. Да, это годно. Нет, я хочу сделать вот что. Что? Ты уже вышел? Да, вышел. Нап! Как же это было красиво! Поэтому я не смотрю Twitch WTF. Да это не зависит именно Twitch WTF или что-то другое. Везде одно и то же. Я везде почему-то сижу вот с таким лицом. А, там типа Карине задонили 500 тысяч, типа вот этим рофлодонатом, да? И они начали все эти донатики пускать, ну ладно. 100 миллионов денег, кошка, посмотри! Деньги! Все. Обидно. Я не поняла, почему, вот я никогда не произнесу это название, Хелдон Шолдерс, ну вы поняли, короче, почему только пацаны рекламируют его, почему не девушки? Ну ладно, потому что аудитория больше всего мужская, и как бы зачем пацану покупать шампунь, который для девушек, но блин, я бы тоже хотела, чтобы меня, знаете, такой лысый сделали, потом с причесочкой с одной, с другой. Собрались стримхат пройти, друг друга обосрали за спиной. Я собираюсь в засос поцеловаться со всеми на стримхате. Оу, май. Оу. Десяточек, ладно. У девушек реже перхоть бывает? А, ребята, я, конечно, ни на что не намекаю, но я покупала в своей жизни, вот когда мне было там лет 15-16, мы с родителями там покупали этот шампунь раза 2-3, и в любой момент именно от этого шампуня, который как бы...
пишется, что он против перхоти. У меня наоборот, то есть у меня никогда не было перхоти, и именно от этого шампуня у меня появлялась перхоть. Как бы да, у каждого человека аллергическая реакция там может быть на любое, но, блин, это немножко странно, когда нет любого... Вообще от других шампуней у меня не было перхоти вообще, а именно от него у меня была эта перхоть. Вот, и я, то есть, просто видела ее, такая, все, типа, не, им пользоваться не буду. Я не знаю, как живется людям, которые страдают от перхоти, блин, я не знаю. Я не знаю, каково это. Да? Блин, ну да, дайте мне рекламу, пожалуйста, шампунев. Только я им пользоваться не буду. Ага. Бля, все, кто написал 10 сантиметров и меньше, давайте все над ними посмеемся. Ебать вы лохи. У Лёши 10 сантиметров. Уже что-то. Это как Акс позиционируется как крутой дезодорант? По факту Old Spice намного лучше. Ну, я в мужских не шарю, но я могу сказать одно, что мужские дезодоранты не всегда намного как бы сильнее и лучше, чем женские дезики. Потому что, как бы, мужчина больше потеет, и поэтому у них там больше всяких этих веществ. И поэтому, если вы девушка, и вы сильно потеете, то вам лучше покупать мужской дезик, да, вы будете пахнуть мужчиной, но да ладно. Но, кстати, мужские лучше. Это то же самое, что и бритвы. Типа, очень мало девушек покупают женские бритвы, потому что они тоже, они как бы бреют так слабенько. А мужские бритвы, они прям нормально так бреют. То есть, прям для мужиков все лучше, короче. Ладно, держу в курсе. Когда Лёхе випку дашь, тут он сам... Я испугалась. А, да, это жестко. Да, я не смотрел. Я не смогу их просто проглотить. Там рвотный рефлекс раз срабатывает, и ты хуй проглатываешь. О, спасибо, Саш. Нормально, он зашел. Красиво. Я всегда в такие моменты захожу. Я не понимаю. Помощка дезик? Урочья стрела огня. Ух ты, блядь. Откуда у них такие стрелы-то? Вот, кстати, да, или танк громкость тут везде просто по-разному, ну да ладно. Можно? Кстати, раньше Литанка, вот эти многие каналы, они брали как раз-таки денежку за то, чтобы каждый выпуск вставлять определенного стримера. То есть было такое. Да что там опять за стоп-кадры? Я все пропускаю, я тут разговариваю. За что ба... Ой, боже мой! Ну блин, я даже не заметила. Что-то говорили про нас. Вы шо хотите прыгать? Так, Хэддерн Шолдерлс. Как ты это написал вообще? Ну блин, не баньте, пожалуйста, прошу. Привет. Приветики. Удачного стрима. Ну все, не надо банить. Куда-то первый раз на стриме. Меньше чем три, меньше чем три. Угу. Приятно смотреть, тоже все вовремя заходят. Так, не, перхоть я не хочу. Ну и пользоваться этим шампунем тоже не хочу. Ебать! Подождите, я стример не тупой, подождите, сейчас я пойму, что здесь. Он фармит. Ебать! Объясните, пожалуйста. Да, что он сделал? А, стан не нашел. А, блин, я думала, он был за другого, ну ладно. Да, он моб... Да-да-да. А я, знаете, я, короче, смотрю сюда, я думала, что он антимаг, короче. У меня своя атмосфера такая, думаю, типа, так, в смысле, антимаг нажал мом, а как он тогда догернулся? Ну, раз он догернулся, то, типа, что такого? Как бы не понимаю, ладно. Хорошо, окей. Что-то из меня плохой дотер. Мёд, куда ты разогнался? Спасибо, Мёд. Я в доту очень редко и по фану. Спасибочки. Разогнался мед. У него классно свет так прям падает. Очень. Я все пойму без слов, и к черту нас им не понять. Щедрая белка. Взглянув в твои глаза, обидно мне другим не стать. Классно поет. Красиво.
ближе, ближе. Все, что я скажу тебе сегодня, это ложь. Зрачки все шире, шире. Нас двое в этом мире. Все, что я скажу тебе сегодня, это то, что я люблю весну, я люблю тепло, я люблю. Десятым буду я? Завтра я петь не буду, я не умею ни петь, я ничего не умею, поэтому я стримерша. Я не понимаю, откуда стримерши все-все-все умеют, они просто... Лил Пип жив. О, вот это годно, вот это я понимаю. Вот это вот годно, вот это вот... О. Плюс чат, если хочешь, чтобы спела. Так, это что? Если я буду петь, то у вас будут просто минус уши, поэтому...